Центральной избирательной комиссии Республики Азербайджан удалось не только профессионально подготовиться в четком и строгом соответствии с законодательством, но и отдельно хотел бы обратить внимание на применение новых современных технологий. Прежде всего, я имею в виду видеонаблюдение, имею в виду специальные технические устройства, которые позволяли определять активное избирательное право. И в этой части хочу отметить стремление ЦИК Азербайджана к применению цифровых технологий, которые сокращают и минимизируют человеческий фактор. Aynı zamanda belirtmek isterdim ki, aparılmış, yüksek seviyede aparılmış peşekar təlimlerle birgə Merkezi Seçki Komissiyasında quraşdırılmış müasir texnoloji avadanlıqlar, o cümlədən video müşahidələrin aparılması, tətbiq olunan rəqəmsal platformalar, insan faktorunun cəlb edilməsi sini azaltmaq şərti ilə keçirilmişdir. Ve bu çok takdire layık bir haldır. Поэтому хочу поздравить ЦИК Республики Азербайджан. Хочу еще раз присоединиться к коллегам и поздравить народ Азербайджана, который сделал осознанно свой выбор. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто помогал и обеспечивал нашу работу в эти дни в Республике Азербайджан. Это достаточно большое количество людей, которые здорово нам помогли. Спасибо большое. Sonda mən Azərbaycan xalqına keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı olaraq ürəkdən təbrik etmək istərdim. Seçkilərin keçirilməsində, hazırlanmasında iştirak edən və bizim bu prosesdə iştirakımızı təmin edən hər bir kəsə, hər bir təşkilata minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Təşəkkür edirik.